И еще одна радостная новость из мира смешанных единоборств. Махачкалинец Тагир Уламбеков – новый обладатель чемпионского пояса Fight Nights в наилегчайшем весе. Минувшей ночью в Краснодаре боец клуба Eagles MMA одержал победу в титульном поединке над Вартаном Асатряном. Для местного спортсмена этот бой стал первой защитой титула в карьере. Асатрян начал его с первых минут активнее. Однако большая часть раунда прошла в партере, где доминировал Уламбеков, сумевший нанести чемпиону рассечение. Второй отрезок прошел в равной позиционной борьбе с небольшим преимуществом претендента. Третий раунд поединка также прошел активно, соперники обменивались ударами. На бескомпромиссное противостояние, как и обещали соперники, это настоящая война, настоящий чемпионский поединок. Инициатива переходила от одного бойца к другому, а развязка наступила в четвертом отрезке. Уламбеков достаточно быстро перевел бой в партер, где провел удушающий прием, на котором поединок и закончился. Выигрывает позицию Тагир Уламбеков. Второй и третий раунды были близкими и совершенно еще не ясно, кому отдали судьи. Ох, и сейчас удушающий! Будет душить! Есть гильотина! Заблокировал четвертый заезд! Чаще весовой категории. Боец клуба Eagles MMA завоевал пояс чемпиона Fight Nights Global в наилегчайшем весе. Кроме того, в этот вечер очередные победы в организации Fight Nights одержали дагестанцы Алиба Гаутинов, Денислам Камавов и Амар Нурмагомедов.